Всем привет, дамы и господа, с вами Юрий Викторович. Итак, пользуясь случаем, передаю привет ведущему телеканала, YouTube-канала Борщ Анатолию. Значит, ну и что у нас сегодня в меню? Я назвал это типа щи похмельные. Ну, во-первых, потому что они с квашеной кислой капустой, а во-вторых, я просто сам вчера накидался нехило так. И сегодня плохо себя немножко чувствую. Значит, что туда входит, какие ингредиенты? Просто квашеная капуста, картошка, ну и курица. Никаких хитростей я использовать не стал. Сейчас закину туда еще майонезик, и будет очень-очень-очень даже вкусно.